Барбарис – это кустарник небольшой высоты. Это растение очень прихотливо в плане состава почв. Оно требует слабо щелочную почву. На территории нашей страны растет около 500 видов барбариса. Все виды барбариса используются примерно одинаково. Барбарис – растение ядовитое, потому что оно содержит алкалоиды. Единственная часть растения, которая не содержит алкалоидов, это плоды. Но только если эти плоды зрелы. В незрелых плодах присутствует процент алкалоида. Они тоже ядовитые. Зрелые плоды должны быть красного цвета, и созревают они осенью. Есть у барбариса такое уникальное свойство – снимать приступы тошноты и рвоты. Особенно это важно у женщин во время беременности, при токсикозах первой половины. Дело в том, что когда женщина беременная, вводить ей какие-либо фармакологически активные вещества с целью снятия тошноты не стоит. Барбарис в этих случаях просто незаменимый продукт. Еще барбарис прекрасно утоляет жажду. Из барбариса делают напиток. Барбарис применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся поносами. При поносах он применяется в виде компота. Смесь груши и барбариса прекрасно может применяться при дизентерии. При простудах наравне с морсом из клюквы, из брусники может быть использован морс из барбариса. Во-первых, он снижает температуру, а во-вторых, дает некоторую энергию для борьбы с вирусом. Барбарис обладает способностью снимать кашель. Особенно, когда бронхи забиты вязкой тягучей мокротой. Он снимает приступы кашля. Раньше из плодов барбариса готовили барбарис. То есть брали горячий сахарный сироп и опускали туда плоды барбариса, висящие прямо на кистях. И в таком виде высушивали.